Еще один вид мошенничества по-прежнему актуален. Сбыт фальшивок. Недавно сотрудники полиции Маргаушского района задержали молодого человека, который пытался расплатиться фальшивыми купюрами. Далее репортаж наших коллег из МВД. 25 июня около 3:00 утра в дежурную часть отдела МВД России по Маргаушскому району поступило сообщение от сотрудницы одной из автозаправочных станций о том, что пару минут назад незнакомец пытался сбыть фальшивую купюру. Информация о приметах предполагаемого злоумышленника и машины, на которую он передвигался, сразу же была передана всем полицейским постам. Сотрудниками управления ГИБДД по Чувашской республике по ориентировке, которая была получено от работника автозаправочной станции, была задержана иномарка с транзитными номерами и ее владелец. При себе у уроженца Киргизии была обнаружена 1 5-тысячная купюра. Остальные 17 были найдены при помощи специального аппарата в салоне легковушки. Изъятые купюры направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД. Свою вину злоумышленник признает. По его словам, фальшивки он приобрел в Москве, а Чувашия стала первым пунктом, где их попытался сбыть. В настоящее время нами проверяется данная информация. Он отрабатывается на причастность к совершению аналогичных преступлений как на территории Чувашской республики, так и на территории близлежащих регионов Приволжского федерального округа. Сейчас в отношении жителей Киргизии возбуждено уголовное дело. Злоумышленник утверждает, что ранее проблем у него с законом не было. Судимости были ранее? Нет. Чем занимаетесь? Неофициально работаю на автосервисе. В мае в Маргаушском районе полицейскими уже был задержан заезжий сбытчик фальшивых денег. Тогда им оказался житель Северной Осетии. 23-летнему молодому человеку удалось сбыть 5-тысячную поддельную купюру на автозаправочной станции. Но вскоре он был задержан. В салоне его БМВ было обнаружено 8 фальшивок.